потрясающе проводит последний месяц. Ворнов сейчас как раз с мячом идет в проход и набирает легкие два очка. За Индиану Пейсерс, прошедший регулярный чемпионат, стал для него вообще самым успешным. Евгений Ворнов с дальней дистанции, снова мяч в корзине. Воспитанник ЦСКА, который этот сезон провел в московском МБА, в Суперлиге. И вот уже после того, как закончился регулярный... Шейко на Воронова. Тот снова будет играть спиной к кольцу, снова вблизи трех секунд. И снова Евгений Воронов выходит победителем в эту дуэль. Вот кольцо на Воронова. Напомню, что Евгений Воронов – это защитник. 2000 года рождения, но атакой команды руководит очень-очень грамотно. Закрепил себя в свое время еще в молодежке ЦСКА. Кстати, стоит напомнить, что Парма в этом году лидирует по блокам чаще всех. В единой лиге ВТБ их делает. И Валерий Лиходей решился на дальнюю попытку. Возможно, сейчас. Нет, испугался Скайлора Спенсера, а Валерий Лиходей не боится никого. И лидеры проводят на паркете очень много времени. Валерий Лиходей уже всячески сегодня забивал, но вот ветераном, когда ему было 33 года. Воронов, и он сможет сверху, да! Пять попыток потребовалось Тихоненко, но посмотрите. Сейчас многие говорят о том, что четвертьфиналы закончатся, все четвертьфиналы закончатся со счетом 3-0, но, извините меня, и вернет все-таки Астану в игру. Да, разница существенная, 16 очков, ну и да, конечно же, нужно защищаться. Такое впечатление, что завелась Парма в третьей четверти, решила не откладывать дело на потом, а все решить сразу в этой 10-минутке. Становится уже четвертой, но и она не точная. Какая классная скидка на Лиходей, Валерий снова забивает свет.